Итак, мы продолжаем. Можно танцевать. Когда я был большим, я не боялся машин. Мой папа снежный барс, покоритель вершины с 9 до 5. Я работал героем. Я вылетал из окна, лишь только цель видна. Выпивал по 2 баллона молодого вина и учил Брюса Ли кардебалету и хождение строем. Я видел цель вдали, имел жену Натали, ходил на край земли, Сальвадор Дали. Никогда не торговался, покупая у меня картины. И я ходил по домам, заминая сыча, сочинил ча-ча-ча и лечил Ильича от простуды, геморроя и скарлатины. Когда я был большим, я проглотил аршин. Меня смотрел чумак, но ничего не решил. И я потом 100 лет подряд не проходил ворота. Я изобрел рассвет, придумал группу секрет. Нарисовал на стене БГ то, чего нет. С меня писали портрет Архимед и не Нарота. Ходил по домам очаровательных дам. Со мной дружил Маше, Даян и Саддам. Мы принимали Акдам и зимой, и летом. Но только как-то раз беседа не удалась. И тогда один другому взял и высадил глаз. Но несмотря на то, не вспоминал об этом. Я не курил анаши, я покупал гашиш в конторе Чана Каши. И не тужил, и сладко жил, но все-таки помер. Меня несли на руках все, кому не лень. И по планете был объявлен нерабочий день. И Владислав Третьяк в печали сменил свой номер. И каждый колокол в стране потом звонил по мне. Мое имя написали на великой стене. Моей жене подарили Магадан и остров Воду. Но с той поры прошло уже 2000 лет. И я опять пришел на этот белый свет. Но боюсь, что таким большим уже больше не буду. Что таким большим уже больше не буду. Но боюсь, что таким большим уже больше не буду.